Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео мы будем красить яички. Это, знаете же, это к празднику Пасхи. Всегда нужно, ну, как бы символ, это крашеные яички, которыми, ну, много всяких разных поверьев. Кто-то там должен, говорит, биться этими яичками и победившее яйцо оставлять дома на год, чтобы оно как бы благополучие в доме было и все хорошее для дома несло. Но это не в этом суть. Наше видео посвящено одному из крашений способов яичек. Я говорю, видео этих много у меня есть. Это вот один из способов покрасить яички. Самый простой, если как бы кто-то там спешит, не хочет заморачиваться, это самый простой, доступный и бюджетный такой вариант покраски. Если там нет возможности выйти в магазин, там, допустим, покупать какие-то специальные украшения для яичек, но это сейчас их много продают. Ну, как бы символ Пасхи — это красное яичко, то по традиции можете там почитать, в чем смысл это именно красных яичек. Поэтому я как бы всегда поддерживаю и крашу яички в красный цвет. Вот в середине у нас не крашеное яичко, а вот такие яички у нас получатся, если вы посмотрите мое видео и узнаете, как такие у нас разные узоры можно получить. Это видео для яичек без узора. Для этого мы берем обыкновенную луковую шелуху. Ну, у всех как бы она бывает, остается после того, как вы лучок почистили. Вот это вот сухая луковая шелуха. Мы ее как бы оставляем. Берем кастрюльку, которую нам не жалко, потому что как бы даст шелуха такой насыщенный красный, можно сказать, цвет. И как бы можно не оттереть кастрюльку. Поэтому берем ненужную кастрюльку для этой процедуры. И хочу вот такие тонкости для крашения всех способов яиц. Все, наверное, как бы сталкивались с таким моментом, когда вы варите яички, и они лопаются. Если мы будем красить яичко, это как бы нам совсем и узор там испортит, ну и как бы само яичко покрасится внутри. Поэтому один из способов, чтобы яичко не треснуло, это перед тем, как покрасить яйца, мы вытащили яички из холодильника, и как бы они при комнатной температуре немножко постояли, как бы согрелись. Это для чего? Чтобы когда мы будем в горячую воду опускать яички, они не потрескались. Это вот один из способов. Также способ, кстати, вот этот нас сейчас, который я скажу, способ, он еще тем хорош, что, используя этот способ, яички будут хорошо чиститься. Ну, знаете, бывает, когда начинаешь чистить, они вместе с белком очищаются, чуть ли не желток там у вас один оставляется. Вот поэтому способ: добавлять в воду кипящую столовую ложку соли. Вот. И потом, когда яички сварятся, и надо их сразу в холодную воду опустить, все это вот способствует хорошему очищению яичек после того, как мы их сварим. Ну и, как я назвала, первые способы, они не дадут яичкам треснуть. Итак, мы наливаем воду в нашу кастрюльку и поставим сейчас на плиту, на огонь. Вот наша уже водичка с шелухой нагревается. Ну, я вот тут еще она не горячая, поэтому как бы поправляю рукой, чтобы шелуха наша не выскочила никуда. Чем больше шелухи луковой, тем ярче будет цвет. И сейчас, когда она закипит, водичка, мы будем опускать наши яички туда. Не забываем
добавлять столовую ложку соли. Для чего я вам уже в видео говорила. Вот наш уже раствор готов для окрашивания яичек. Ну, это буквально там несколько минут покипел он. Видите, он уже такой же насыкнулся, как краска. Я говорю, я использую только всегда натуральные. Так что вот луковая шелуха – это самый натуральный краситель. И, как я говорю, опускаем эти яички вот эти в нашу кипящую воду. И кому как нравится. Кто хочет, если вкрутую, то побольше варим, и они получше как бы цветом будут понасыщеннее. Или, допустим, если кто-то уж хочет восьмятку, тот, конечно, поменьше. Меньше 5 минут варит. Ну, я, конечно, варю вкрутую, как положено, как в древности, как говорят. Вот, сейчас мы так вот яички все положим туда. Вот мы сейчас проварили наши яички. И теперь посмотрим, как они покрасились. Ну, вот я достану пока одну. Помещу ее сейчас в холодную воду. Вот мы вытащили наше яичко. И видите, оно такое блестящее. Тоже секрет открою. Это я помазала растительным маслом. И вот у нас такое блестящее яичко. Вот у нас были такие яички. И видите, такие красненькие. Теперь у нас даже такие вишневые. Очень красивые яички получились. Надеюсь, вам понравился наш рецепт. Поэтому подписывайтесь на канал, пользуйтесь. Ну, комментируйте, спрашивайте, ставьте лайки и до встречи!